себя выше голову. И теперь, когда вы смотрите мне в глаза, встречайте камызякские псы со своей love story. Let's go! Выше Рубль Продакшн. Камызякские псы 2015 по заказу Министерства обороны Российской Федерации. От всей души Рекордс представляет. Это случилось весной. Он был мальчишка лысенький. Она была медсестрой из призывной комиссии. Для тех, кто служил в армии, ну и для тех, кто нет. Камуфляжная лавстори. Военкоматский рэп. Он мечтал быть в сапогах, автомат держать в руках. Она и думать не могла, что их призовет любовь, и всему виной весна. Он зашел к ней, как и все, в одних трусах. Она вдруг что-то разглядела в его глазах. Он не хотел быть на гражданке, хотел служить скорей. Но гражданка захотела, чтоб он был на ней. Она все поняла, что он влюбился тоже, когда его мурашки строем шли по коже. И чтобы вместе быть, без всякого сомнения, она пошла на должностное преступление. Я тебя не отпущу и в медкарте напишу грыжу или рифматизм, степень близорукости. Хочешь, напишу гастрит, сикаться панкреатит. Хочешь, будет аритмия, только не уходи. Не уходи. И чтобы вы думали, он не пошел служить, они сыграли свадьбу. И нет друзей среди гостей, все были в армии. Он каждый день грустил под эту песню пьянки, хотя всю жизнь мечтал услышать марш славянки. Прошло 15 лет, и вроде все нормально. С того списка болезней грыжа уже реально. Она работает врачом, он ждет ее получку. Мечтал быть подполковником, стал подкаблучником. Он с завистью смотрел на тех, кто дебильнулся. Если б ушел тогда, уже 15 раз вернулся. Если б ушел тогда, все было по-другому. Ведь те, кто после армии, все в этой жизни могут. Это суперлюди, банку открыт локтем. После армии все могут голым стоять под дождем. После армии все могут долго идти пешком. После армии все могут этого уже не может, только лишь он один. Очень быстро курить. После армии все могут год без работы ходить. После армии все могут есть любую еду. После армии все могут этого уже не может, только лишь он один. Увы, жить одной мечтой он уже не мог. И очередной весной решил отдать свой долг. Историю болезни ставит печать Кодин. И рано-рано на рассвете он служить уходит. Перрон, слезы, она обещает дождаться. У них трое детей, куда ей нахрен деваться? И вот в 40 лет он надевает берет. И это первый призывник, который сразу дед. Вспышка справа, вспышка слева. В каждом марш-броске он первый. Лучше всех по нормативам. И в форме он такой красивый. И он вернулся домой, и жизнь его наладилась. Ушел служить в полицию, жена чуть-чуть поправилась. Он понял, чтобы в жизни счастье обрести, нужно сначала родине вернуть свои долги. Будешь жить ты в радости, да, в глубокой старости. Если жить по совести, знать не будешь зависти. Сможешь миллиард просить, быть главой области. Будешь жить и кем захочешь, только не обманет. Будешь жить ты в радости, да, в глубокой старости. Если жить по совести, знать не будешь зависти. Сможешь миллиард просить, быть главой области. Будешь жить и кем захочешь, только не обманет. Только не обманет. Страна не обманет тебя. Это стандартная история, всякие случаи были. В силу разных причин мы тоже не служили. Что было, то было, без обид, мужики. В общем, страна, мы твои должники.